Привет, друзья! А сегодня мы отправляемся в Киево-Печерскую лавру, потому что мне подружки сказали, что там есть сакура, и она зацвела. Поедем, посмотрим. Сегодня опять отличная погода, 22 градуса, что ли. Так что я сегодня принарядилась, может быть, сделаю парочку фотографий, даже взяла книгу. Как обычно, это все было в торопях, поэтому я взяла любовницу Витгенштейна, которую я уже прочитала, пофоткаю ее красиво, потому что мне очень нравится ее минималистичное оформление. Вот, а потом приедем домой и будем балдеть, потому что можем себе позволить. Ну ладно, хорошо, давай тогда я поснимаюсь во влоге. Приехали еще в лесок прогуляться с одним тут парнем вот таким. Классно здесь. Угу. Еще и погода такая чудесная, мне жарко аж. Мы решили, что приедем домой и будем смотреть «Хоббитцов». «Властелин колец» я обожаю, а «Хоббита» не смотрела, поэтому мы сейчас накупим попкорна, возможно. Поедем смотреть «Хоббита». Кстати, мы можем, знаешь, что сделать? Мы можем заехать в кинотеатр. И взять тако с сырным соусом. Все, поехали. Дживс, давай какай быстрее. Ты что, не сильно сегодня заинтересован? Принеси, Дживсик. Принеси. Принеси палочку. Подожди. Не ешь, а принеси. Потащил. Сильно длинная для меня. Молодец. Привал. О, вот так нормально. Молодец, Дживс. Молодец. Вот такой получаешь. Блин, так вкусно пахнет шашлыками со всех сторон. Может, кому-нибудь подсядем? Ну, вон, я же говорю, там день рождения, кто-то празднует детское. Мы типа друзья. Мы не против, если мы присоединимся. Можем колпачки купить, такие праздничные, и свистушки. И присесть, поесть шашлычка. Как вкусно пахнет. Чебака, тебе нравится запах шашлыка? А еще больше мне нравится вкус шашлыка. Запах – это вкус только мой. Фух, я еще зашла на почту и забрала книгу «Жестяной барабан» Гюнтера Грасса. Очень давно ее хотела прочитать. Лауреат Нобелевской премии по литературе. Говорят, что очень необычно и хорошо написано. Но вот давно ее не могла найти. Она прям как только выходит, сразу пропадает из продажи. Ее сразу раскупают. А здесь по довольно хорошей цене. Я ее взяла с рук в том издании, в котором хотела. И мне еще даже положили записочку. Огромное вам спасибо за покупку этой книги. С уважением, Андрей. Спасибо вам, Андрей, что продали такое сокровище. Аккуратно, не разбуди этого дракона, иначе нам всем не поздоровится. Он охраняет наш холодильник и не собирается с нами делиться. Этот дракон пострашнее, чем тот, который в «Хоббите». Опасный зверь. Доброе утро, друзья. Это был полный кошмар вчера. Я рыдала.
когда фильм закончился, и вообще, когда он заканчивался, и в процессе я рыдала, что он когда-нибудь закончится. Да и в начале я уже понимала, что он закончится, поэтому тоже рыдала. Посмотрели вчера все три части. Потом остаток ночи я читала о том, в каком переводе лучше читать «Хоббита» и «Властелина колец». Потом я искала эти книжки в интернет-магазинах, что тоже заняло довольно много времени, потому что я хотела получить их прямо сейчас, без необходимости ожидать несколько месяцев, и при этом в том издании, в котором я хотела. Так как, в принципе, чтение статей про переводы вообще ничего не решило, на что я надеялась, конечно, потому что переводы — это все-таки вкусовщина полная. Очень многие почему-то обращают внимание на такие мелочи, как названия, имена. Как бы не это же самое важное в переводе. Поэтому я почитала эти статьи довольно скептически и решила купить книги, которые просто вот есть на рынке, которые можно достать. Я вот посмотрела как раз, что «Властелин колец» чаще всего выходит в одном переводе. Я уже не помню, у меня все эти имена перепутались. Я вставлю картинку, если вы захотите, можете... Ладно, я не буду лениться, я вставлю картинку и имена переводчиков, ладно. Вот. И «Хоббита» я заказала тоже, скорее отталкиваясь от издания, которое я хочу. Оно такое очень красивое, коллекционное, с красивыми иллюстрациями. Ну, учитывая, что в «Хоббите» 250 страниц, там читать, в принципе, нечего, я думаю, что перевод не слишком будет принципиален. И тоже я вроде как взяла, типа, который относительно хвалят перевод. Вот. Так что, как вы понимаете, в следующем месяце я читаю «Хоббита» и «Властелина колец». Потом перехожу на фэнтези. Заказываю себе еще кучу фэнтези. И в довершение всего фигурки коллекционные по «Властелину колец» за 5 миллионов долларов. Вот. По поводу книги. Я поняла, что я слишком затянула, когда ее читала. Я не люблю растягивать книжки, мне они надоедают. Как бы мне сильно не нравилась книга, если я не могу ее нормально читать, да, если у меня мало времени, если я постоянно на что-то другое отвлекаюсь, я устаю от этого мира, мне хочется его поменять. И я поняла, что у меня начинается вот эта же самая фигня с жизнью мальчишки. Я ужасно испугалась, потому что мне она очень сильно нравится. Я не хочу, чтобы она мне надоедала, я не хочу от нее уставать. Поэтому я вот уже прочла 100 страниц за утро. Я сейчас на 498 странице, ну на 500, ладно, уж округлим. Мне осталось 100 с чем-то страниц, так что я надеюсь, что все-таки за сегодня я книжку дочитаю и не успею, да, от нее устать. Я уже заказала слышащего. Я в восторге. Очень мне нравится эта история. Это действительно смесь Рэя Брэдбери и Стивена Кинга. По-другому не опишешь. Мне очень нравится, что здесь такие сложные какие-то, да, психологические ситуации, как любит делать Стивен Кинг, доказывая, что настоящие монстры и зло — это люди, смешаны с таким очень приятным, очень милым и атмосферным детством, и вот этим детским ощущением мира, детским взглядом на мир и такой вот приятной сказочной мистикой Рэя Брэдбери. А здесь была очень классная глава о том, как мальчики пошли на ярмарку. И это вот самый настоящий Рэй Брэдбери. И там они увидели какое-то страшное существо, похожее на динозавра. И вот, да, история этого существа. И что мне очень нравится, что здесь много мистических событий. Вот опять же, вот этот динозавр, который непонятно откуда взялся в нашем мире. Или там привидения какие-то, или какие-то гигантские монструозные рыбы, которые все едят и уничтожают, какая-то магия, да, волшебство, вуду. Вот это вот все, оно может легко найти рациональное человеческое объяснение, то есть там, да, что это не какой-то динозавр, это просто очень странный носорог, да, с какой-то мутацией, но герои наши решили думать, им захотелось верить, что это динозавр, или что призрака не было, он просто привиделся главному герою и так далее, то есть это все можно объяснить. Но ты не хочешь находить этому объяснение, потому что гораздо приятнее читать эту историю, веря, что в ней действительно есть магия, волшебство, призраки, и что в жизни нашей есть магия, волшебство, динозавры. Надо их только отыскать. Вот, так что я
с огромным удовольствием бегу читать дальше. Сейчас сделаю себе чай. Пришло время любимого лакомства Дживсика. Грушки. А подарки все прибывают на день рождения. На этот раз подарок пришел мне от девушки с инстаграма Warm Flame. Она делает крутейшие свечки, я у нее как-то их заказывала, и вот теперь она решила мне подарить на день рождения свечу. Ого! Просто посмотрите, какая красота! Сколько тут всего! Тут даже есть такие вот уже именные спички, чай, конфеты. Ого, это крышка, посмотрите, на свечку. И вот в таких коробках. Ой, класс. Birthday cake называется свеча. День рожденская. Ой, класс. Ой, как она пахнет. Она пахнет каким-то клубничным тортом. Класс. И вторая. Блин, в таких красивых этих коробочках идут свечи. Ой. Ой, как вкусно пахнет. Уже даже через банку эту. О. Оп. Ой, класс. Посмотрите, какая красота. Я попросила запах бергамот. Теперь мои фотографии будут самыми красивыми. Блин, спасибо огромное. Смотрите, сирень расцвела уже. О, счастье какое! Тут вообще красиво. Тюльпанчики такие. Джей, снимите тюльпанчики. И голубей. Сегодня Дживс напал на голубя, а он, бедный, не мог взлететь. И Дживс ему выдернул 3 пера из хвоста. И собирался продолжать, если бы мы его не оттащили. Охотничьи инстинкты взыграли. Кто перепутал стаканчики и выпил мой кофе вместо своего какао? Гадость такая. Сколько ты не пил кофе? Лет 5? Это тоже не считается. Это считается, все, обнуляем счетчики. Ну, гадость. Thank you.
старая сентиментальная женщина. Уже второй раз за влог плачу от того, что прекрасный мир закончился. Не хочу, чтобы эта книга заканчивалась. Что сказать? Я уже очень много всего о книге говорила, и, наверное, не стоит опять повторять все то же самое на 10 минут. Чудесная книга о прекрасном детстве, о любви, о дружбе. Это интересный детектив с тайнами и загадками маленького городка. Это довольно важная социальная книга о расизме, об ужасах неприятия, да, людей друг другом, о ненависти, о злости. Здесь много мистики, волшебства, которое вот бывает только в детстве, когда ты смотришь, допустим, на пролетающую птицу, а у тебя уже в голове целая история о том, что это за птица, из каких дальних стран она прилетела. Здесь есть динозавры, здесь есть морские чудовища, здесь есть волшебница, здесь есть очень хорошие друзья. Трогательная история этих друзей. Здесь есть любящая семья. И это так прекрасно, я не хочу, чтобы книга заканчивалась. Фух, пока я тут рюмсала, что книга закончилась, 20 минут на камеру, у меня даже закончилась память. Мне кажется, чтобы отвлечься и не грустить, надо пойти для контраста посмотреть Mortal Kombat новый с Ваней. Этим мы займемся. Что это за драка гопников в гараже? А это? Опять какие-то гаражи. Какой бюджет у этого фильма? $3000? Нет, вы видели? Они ходят по коврику, который скатывается. Вы видите эти запухшие глаза? Какой позор. Я вчера так рыдала. Посмотрите, у меня еще и цветочек какой-то распустился на маранте. И вот еще вылазит листочек. Ей определенно у меня нравится. Привет, друзья! Отзанималась я с горем пополам. Если что, выпад на месте с пружиной — это самое адское упражнение. Не делайте его никогда в жизни. Вот, сейчас на ногах ходуля. Пойду гулять с Дживсом и Ваней. Может быть, поедем в лес. Мне там так понравилось, но что-то очень лень. Как-то я подустала. Но перед этим хочу обсудить с вами прикольную статью, которую вот я написала, нашла информацию. Google подсчитал количество, да, вот этих поисковых запросов по вселенным супергеройским и выяснил, какая круче вселенная, какой самый крутой супергерой и какой самый крутой антигерой. И вот тут прям даже карта есть. И по итогу лучшая супергеройская вселенная, ну, это, конечно же, Marvel, довольно предсказуемо, хотя в России почему-то больше гуглят DC. Для меня это удивительно, потому что у DC вышло сколько? 9 фильмов всего лишь, и большая часть из которых, ну, скажем так, провальны совершенно. Вот, но... удивительно. Потом самый популярный супергерой, вот он, самый интересный вопрос, и победил Спайдермен. Я не люблю Спайдермена, не сам концепт супергероя, паук, который стреляет паутиной, ну камон. Есть супергерой с гораздо более крутыми способностями, тот же Кембербэтч, кого там играет, господи, забыла, как его называют, ну вы поняли, Кембербэтч. А, я теперь не успокоюсь. Доктор Стрэндж. Вот, Доктор Стрэндж гораздо прикольней. Или тот же Халк, он хотя бы, ну, забавный. А кто еще? Тор. Тор очень классный супергерой. Спайдермен, паутина. Тем более новый. Мы на трансляции моей деньрождёнской очень рьяно, очень долго, большую часть трансляции, скажем так, обсуждали, кто круче. Новый Супермен или Спайдермен или старый.
И вот я была в меньшинстве, по-моему, я была вообще единственным человеком на всей трансляции, кому не нравится новый Спайдермен. Ну, извините меня, сколько ему лет? 9? Тоби Магуайр гораздо круче, он хотя бы вызывает какое-то уважение и восхищение. А тот, ну, он ребенок. Ну, какой из него супергерой? Ну, серьезно, ему 9 лет. Ну, в общем, Спайдермен самый крутой супергерой. В Украине тоже чаще всего гуглят Спайдермена. В России чаще всего гуглят Wonder Woman. Россия, что с тобой не так? Серьезно, Wonder Woman, мне кажется, еще хуже, чем Спайдермен. Ну, по крайней мере, мне фильм совершенно не понравился. Единственный Грута гуглят в единственной стране больше всего. Это Турция. Турция, жму руку. Мне кажется, Грут круче всех. И Спайдермена, и Wonder Woman. Вот. Еще, кстати, что забавно, что Капитана Америку больше всего гуглят в Канаде и в Австралии. Но не в Америке. Символ Америки больше всего гуглят в Канаде и в Австралии, не в Америке. И самый популярный злодей мира. Ну, тут все очень предсказуемо. Это, конечно же, Танос. Но при этом в Украине и России, например, Веном. Веном тоже для меня сплошное недоразумение. И вообще фильм полностью недоразумение. Он, во-первых, ужасно скучный, в нем динамики нету. Зачем люди смотрят фильмы о супергероях? Для динамики, битвы, экшен, зрелища. Ноль. Там вообще ничего этого нету. Во-вторых, это тоже какой-то супергерой недоразумение. Он и антигероем его назвать нельзя. То есть злодеем, да, и положительным героем его нельзя назвать. Что попало? Вот, и, в общем, короче, странно. В общем, забавная, интересная информация. Мне было очень любопытно почитать, при том, что я небольшой прям фанат супергероев, но всякую такую статистику всегда интересно узнать. И я, кстати, даже потихоньку становлюсь фанатом супергероев как раз из-за вот этого огромного мира, который интересно исследовать, да, который интересно обсуждать, сравнивать впечатления, складывать пазлы, собирать одну картинку целую, цельную. В общем, прикольно, прикольно. А еще, кстати, я сегодня писала статью про премию за худшее описание секса в литературе. Было очень весело и интересно. Например, есть одна сцена, которая напоминает сначала приготовление бисквита, а потом поход в зоопарк. Кацуро застонал, когда под тканью его кимоно образовалась выпуклость, которую Миюки схватила, месила, массировала и раздавливала. Миюки казалось, что она манипулирует маленькой обезьянкой, которая сжимает лапы. Прям за самое сердце. Что-то я, по-моему, малёха переусердствовала, когда протирала очки. Решили не ехать никуда, а исследовать территорию у дома. И нашли озеро. Дживсичек, я понимаю, что ты хочешь пить, но лучше из озера не пей. Потому что потом животик заболит. Животик как скрутит. Хлеб? Да, весь хлебчик надо понюхать. Дживсик, не пей, пожалуйста. Не очень приятственно идти по солнцу с пакетом корма и Властелином колец в сумке. Властелин колец весит как 3-килограммовый пакет корма, если не больше. Я, кстати, дочитала Оливию Лэнг и, в общем, еле дочитала. Не знаю, вот в книгах об алкоголизме писателей и об одиночестве, да, много общего, потому что оба этих состояния, так скажем, стимулируют творческий процесс, да, как-то меняют сознание, возможно. Но при этом одиночество более такое, да, поэтичное состояние, то есть те, кто добровольно, да, отшельничают. Это такие люди загадочные, о которых интересно узнавать, читать, почему они отшельники, что их на это сподвигло, да, глава Генри Дарджери, чего только стоит. Кто там был? Утка?
очень интересная личность. Человек, который работал всю свою жизнь уборщиком в больнице, 90 лет прожил с одним единственным другом, больше о нем вообще никто ничего не знал и с ним не контактировал. И после его смерти, когда проникли в его квартиру, нашли кучу книг, иллюстраций, там нашли огромную книжку, которая, по-моему, там считается чуть ли не самым толстым произведением фэнтези о каком-то там выдуманном мире необычном. Может, я сюда смогу сесть или оно... Нет. Вот, есть, да, писатели-изгои, которых намеренно, которые невольно одиноки, потому что их не принимает общество. То есть вот об этом всем интересно читать, о людях искусства, об их загадочной одинокой жизни, в то время как алкоголизм, наоборот, состояние вообще нисколько не поэтичное, лишено какой-либо такой вот, какого-то лоска, какой-либо красоты. И читать о том, как писатели методично напивались на протяжении всей своей жизни, как-то не очень интересно. И Оливия Лэнг, пытаясь понять, почему они стали такими, копает, да, там, вглубь их семьи, что там у них в семье происходило, что их толкало на это, вглубь их жизни, такой вот несчастной. И как-то это все настолько, ну, не знаю, скучно, в общем. Нету какой-то такой вот изюминки, какого-то волшебства в книге, как вот в книге про одиночество. Так что я даже, честно говоря, вообще информацию особо не усвоила. Ни о Хемингуэе, ни о Чивере, ни о Теннесси Уильямсе. Как-то о них настолько вперемешку было все написано, что я даже путалась иногда, о ком я сейчас читаю. В общем, жалко, обидно. Полный провал. Идем, идем домой пить водичку, идем. Вот так. Собака, улыбака. Так, жарища на дворе. Выбираем мороженое. Дыня, лайм. Нет. Жвачка и дыня. Нет. Баунти, сникерс. Обожаю, но не сейчас. Да что ж, все выпадает. Только мороженого. Ой, вот купила фиалку. Попробовать. Я или фиалку хочу, или замороженный лед. Я по нему соскучилась. Возьму замороженный лед. А Ваня плодово-ягодное любит. Ну что, друзья, пришло время прощаться. Книжки из видео прочитаны. Вся информация, которую хотела, рассказана. В общем, больше добавить нечего, поэтому скоро увидимся с вами в следующем влоге. Надо только подумать, о чем он будет. Возможно, это будет Дон Кихот. Пам-пам-пам!